Анбоксинг, или как он там правильно называется? Малхас скрывает пионерчика. 110-й, короче, да? Да, 110-й UB. Опять же, посмотрим, начальные настройки. В принципе, все то же самое, ничего нового. Тоже выбирается, то есть, какие тюльпаны, как они рулятся, то есть, фронт, тыл, либо САП. Это не забываем, это надо всегда делать, когда вы покупаете новый магнитофон. Всегда, если это пионер, то есть надо заходить в начальные настройки и менять выход на RCA-шки. Потому что многие покупают, ставят, а потом приезжают, блин, у меня что-то динамики не работают, сгорели. Ну, прикольная крутилка, конечно, удобная. Поприятнее даже там, чем на 80-м пионере, то есть не надо так долго крутить. То есть отзывчивость очень хорошая. Плохо, что нету, конечно, блютуза. Вот это как да, бы вот это вообще минус касается. Очень большой. В принципе, цена для такой цены, блин, ну должен быть блютуз. Так, в принципе, я вот все, что я добавил сюда, конечно, бы RCA-шку, вторую пару RCA-шек. И добавил бы сюда блютуз. Тогда был бы вообще просто, ну, реально кайфовый. Для повседневчика. Да, вообще кайфовый. То есть есть и диски, кто любит меломаны, именно у кого там диски. Да, кто любит флешки, пожалуйста. Так что, ребята, хотите такой себе магнитофон, подписывайтесь на Русика и участвуйте в розыгрыше. Зеркало отлетело. Все уже никак, да, надо клеить заново. Ну пусть лежит день, положи его. Всем привет, звукари! Здорово всем! Я в Таганроге, как всегда, бум-звук, Малхас. Наконец-то мы будем снимать обзор на невалющую девятку, да. Хэштег не валит, как всегда. Вообще, не валит. Так, Малхас сказал, что капот вообще не открывается. Да, там что-то сломалось, ну, все пока, это... пока, да, пока не открывается. Ну, ты назови там, как всегда, S13. Ну, начнем из-под капота, грубо говоря. Там генератор Z13 сколипало. Саня, привет. Две протяжки, 2.0. 2 плюса, 2 минуса, 2.0 с ватовского. Получается, здесь аккумов нету? Нет, спереди аккумов нету вообще никаких. Там вообще неинтересно, да? Не заглядывать лучше. Давай дальше пойдем. Дальше. Че, ГУ? Магнитофон Pioneer S5000. Хороший. Ну, по нравится. Сути, тот же самый 580-й, только с функцией караоке. О, так тут даже можно петь, блин, есть. Орать на всю улицу, да, короче, когда едешь? Да. Динамики 20-ки, магнумы, 6.5, 4 СБ. Пищалки 1.5 AL, по-моему, точно не помню модель. Ну, описание я добавлю, потом да. Ты мне скинешь просто да. Точно, что как называется. Здесь вот эта вот фишка, которая была в Инстаграме, наверное, у всех звукарей зарубежных, да, иностранцев. Да, много очень где было, ну, это чисто это проводку. Как мы делали проводку, честно, мы с этой проводкой очень долго мудрились, очень безумно долго. Есть несколько, конечно, косяков, то есть вот здесь мы... Это где тебя током бьет, да, постоянно? Мы переделывали это несколько раз, как бы, и в последний раз у нас просто тупо закончилась термоусадка. Ну, я смотрю, да, здесь ништяк, здесь вот. Вот. Поэтому бедный бум-звук, блин. Термоусадка закончилась. А как всегда говорится, нет, все, что временно, это все постоянное. То есть термоусадка уже есть, но уже просто лень это открутить и сделать. Называется. Я понял. Ну ты, Малхас, говорил, что ты хочешь оргстекло. Да, оргстекло уже лежит, вырезанное все. Сейчас именно ждем, когда нам сделают лазером сделают гравировку. Да, гравировку нашего. Я понял, вот. Ништяк. И мою тоже. Да, потом уже она сюда встанет. Ништяк, ништяк. Не, ну вот эта красота, да, действительно, там все америкосы там пишут beautiful, там все дела, короче. Ты по проводке вот здесь вот что-то можешь сказать, вот какая идет вообще? Проводка здесь вся, полностью вся сватовская, то есть силовая, которая идет на моноблоке, она это 2.0,
сватовские, которые на усилки, это уже идут потоньше, там идут уже четверка, восьмерка, двойка. Такая толстая, здесь два кабеля вместе херачат? Нет, один, 2.0. Это 2.0 такая? Да, это 2.0.1. Серьезная проводка. Вот, питание, секция лития. Одна секция лития? Да, одна секция лития, 4 банки, 1, 2, 3, 4, 4 банки. Это на сколько получается? 200 ампер. Всего 200 ампер лития? Да, 200 ампер лития. И просад... в багажнике лежит еще секция титаната. Ага, а секция на 40, да? Да. Я понял. То есть литий с титанатом без проблем? Да. Все, понятно. Дружит, а с АГМом? А с АГМ чисто не пробовали. Ну, я думаю, вот, тоже без проблем. Ну, может быть, да. Честно, может быть. Это у нас все. Это Magnum 450 BS. Это идет на 20-ки и на рупора. В смысле, на одну дверь, короче. Да, да, да. То есть первый-второй канал у нас идет на 20-ки. По два динамика на канал, и третий-четвертый канал идет на пищалки. Ну, задействованы только третий, как бы, один канал и две пищалки. Моноблоки? Да, это такие? Моноблок, 7-киловаттник, Магнума в 0.5 сейчас играет. Без проблем играет, греется, нет? Ну, нет, греется, конечно, подогревается он. В защиту уходил? Нет, в защиту еще не уходил. Тьфу-тьфу-тьфу, да? Да, в защиту еще не уходил. Вот, с этой греется. Стороны посмотрю, здесь более мне удобнее просто снимать. Подключено, ты говоришь, в 0.5, да, они? Да, два саба на один моноблок. А сколько отдают эти 7-киловаттники? Ну, вообще, как бы, именно конкретно не мерил никто, даже я не мерил. Так, на вскидку скажи просто. На вскидку, ну, где-то в один ом, где-то 5-5500, вот так. Ты резинки обязательные вообще, вот скажи честно? Ну, не обязательные, просто, ну... Все равно, когда типа снимаешь, красота, что да, ли, снимаешь, что? Как бы там есть клей. Покажи, что там, покажи. Там феррит идет, правильно? Да. Вот, магнит, три кольца ферритовских. Не знаю, по мне по кайфу больше, когда без ну, резинок. Ну вот видишь, например, вот здесь видишь клей. А. То есть, как бы, ну, ага. Такое, как бы, все равно, как бы, чуть-чуть есть недочеты, как бы, ну, с резиночками, как бы, все равно же поприкольнее. Это, короче, что за сабы, давай говорить. Это MEX 1522 DC. 4-дюймовая катуха, 3,5 номинал. Ты скажи, зачем такие сложные названия придумывали? Это еще не сложные. Да. Давайте вспомним компанию H. Салам, вот там можно сломать не только язык. Magnum, я смотрю, тоже в этом направлении работает, да? Ну, чуть-чуть. Вот. Так, что у нас сзади? Пойдем глянем, что там видно, что-нибудь, нет? Вообще порт. Сзади ничего. Последний раз я снимал, порт был другой немножко. Да, уменьшили квадратуру порта. Подкинул фанеры. Да, было у нас было 1100, сделали 800. Так, а вот здесь титанат, да, спрятан? Да, да. Угу, все грамотно упаковано, там видно, не видно. Уже сделаем порт где-то 33-35, вот в этом диапазоне. Вот, и тогда уже можно будет валить. Просто... Проверим твои слова, обязательно. Да, просто, ну, все хотят валить все это, но мне жалко, например. Просто ломает тачку, безумно ломает тачку, и как бы, блин, ну... Прикольно, кайф. Видно, что просто, ну, понравилась людям эта машина. И, блин, порвать ее, разорвать на части, ну, как бы, очень-очень не хочется. Людям тоже нравится, когда разрывают. Я не знал. Я не спорю, что нравится людям, когда разрывают. Но, блин, люди за это не платят. Понятно. Короче, будем слушать. Что, может, Coca Jumbo 35 31? Бля, ну, а эти же треки заебал, у них баса просто, ну, нет, нормально. Нет, 35-31, который нарезан специально. Now I gotta go to
Да, тогда я ж покупаю, ты снимаешь. Не валит. Не валит. Совсем. Короче, с Малхазом хотели трешак снять, типа в магазине, там вибрация, все дела, все падает с полок. Но с полок ничего не упало, только вот в машине, блин, зеркало отлетело. Все уже никак, да, надо клеить заново. Ну пусть лежит день, положи его. Субтитры сделал DimaTorzok.
Давай эту седую ночь включаю. Чили, не чи. Чи, да? Чи, да? Чили, не чи, блядь. Поинтереснее, да? Слишком легко, слишком. Не верю, Миш. Давай второе стекло. А в честь первого заднего каленого стекла мы с Бумзвук и лично Малхазом, компанией Magnum, и Пионер тоже участвует, да, тут. В мега-розыгрыше таком. Да, проведем розыгрыш. Будет в закрепленной записи в группе у Малхаза. Разыгрываем за первое место вот такой вот Пионер 110. S110 UB. Второе место у нас Magnum, новинка SMM 804, двадцаточки. Двадцатки. И за третье место набор Magnum, установочный набор. Двадцатки разъебал. Змеечки уже они сделаны, все как положено. Все вот, красиво, красиво вроде, да? Аккуратненько. Вот. Чтобы каждому, как говорится, не обидно было. Вот, заходим по ссылочке, подписываемся на группу Бумзвук, YouTube канал мой, да. Скидываем комментарии, скидывайте скриншот, что вы подписаны в YouTube, вы тогда будете автоматически участвовать в розыгрыше. Кто не скинул, ребят, кто не скинул, тот не будет участвовать, сразу говорю. То есть обязательно лайк, репост и скриншот, что вы подписаны. Делаем и всем удачи. Панчат нормально, прям приятно. Right.
Реально кайф, вот просто едешь с оревок, когда уже сабы запарили, включаешь их. Реально такое ощущение, вот у тебя стоит в машине там какая-то десяточка хорошая. Мягенькая, стелси, красиво, да? Да, вообще просто, мне так это безумно нравится.